他们应该是切了。Hello，Hello，Hello。Hello，Hello，能不能看到我们？大家好，大家好，我是新华社的记者张潇。今天咱们的直播间呢，有幸请到了千金安娜·谢尔巴科娃。哎，直播间里的朋友肯定都知道她。安娜，скажите привет，我就对了。你好。哇，你好，你好。另外呢，我们还邀请了 B 站的 UP 主韩小木。小木你好，和大家打个招呼啊。Hello，小伙伴们，大家好，我是 B 站的 UP 主，还有主播韩小木。然后今天呢，主要就是给大家担任一下这个弹幕小助手。大家这场直播有什么希望问到安娜的问题，也可以发在弹幕里，然后我们也会尽量去多问问安娜的。Анна, тогда начнем. Конечно же, сначала надо вас поздравить. Было безупречное и идеальное катание. Я смотрел прямую трансляцию, уверен, и все ваши поклонники, сегодняшние зрители. Наши сердца просто замерли в те 4 минуты, и мы очень-очень-очень волновались за вас. Но мы знали, что все будет отлично. Вот. И сегодня к нам пришли очень много вопросов от ваших китайских друзей. И, конечно же, мы не будем спрашивать все. И вот я выбрал их, которые я хотел бы лично спросить тоже. На самом деле, конечно, вен она вен те.好呀，好呀。那这么千载难逢的一个机会，就交给你吧。第一个问题，你 想好问的，点好啥？的。对，我也非常荣幸哈，因为我现在看到直播间小伙伴们已经迫不及待，有很多问题想要问到安娜了。那其实说到冬奥会呢，我的第一反应肯定也是跟冰墩墩相关的，就是想知道安娜现在手里总共有多少个冰墩墩了，能不能给我们展示一下，并且展示一下她的那个金墩墩。Нас очень интересует биндунь-дунь. У вас уже есть один такой золотистый биндунь-дунь. И можете вообще сказать, сколько у вас их вообще в общей сумме? Сейчас у меня, я уже сходила в сувенирный магазин вчера после соревнований, ухватила себе трех пока что биндунь-дуней, хочу еще, конечно же, потому что чем больше, тем лучше, но вот этот, это, безусловно, мой самый любимый, который для меня будет самым ценным, потому что его нам вручили на церемонии награждения, поэтому, конечно, он вне конкуренции идет. А вот когда вручали его, о чем вы думали в тот момент? Это было практически сразу после проката, поэтому, наверное, после проката это всегда какие-то непередаваемые эмоции, особенно учитывая, что в этот раз я закончила с полным ощущением, что я выполнила свой максимум, выполнила свою поставленную задачу, и такое облегчение, гора с плеч, наверное, самое приятное ощущение, это вот секунды после чистого проката, когда ты понимаешь, что в данный момент, в нужное время, в нужном месте сделал все, что от тебя зависело. Вот. А уже на награждении, наверное, у меня скорее такое небольшое опустошение было. Даже не понимала, как радоваться, наверное. Вот. То есть, наверное, такая пустота перед глазами, но при этом радость и гордость. Много спали в эти дни? Часов сколько примерно после соревнований? Буквально пару часов получилось после произвольной программы. Вообще не могла уснуть, но это для меня часто, потому что очень много всегда мыслей, эмоций. И в этот раз всю ночь не спала, только под утро, там, в 9 утра на пару часов прилегла. И сегодня тоже такой график напряженный, и Да. в целом уже режим, наверное, сбился. То есть буквально пару часов за 2 дня поспала. Понятно. Вы говорили, что у вас скоро еще тренировки будут Да, сразу готовиться к после интервью этому я уже выступлению. собрала чемодан, сразу после интервью еду на тренировку. А на сколько длится будет примерно? 40 минут лед — это тренировка перед показательными, чтобы оставаться в форме, вспомнить показательный номер, потому что последний раз я его катала на чемпионате Европы, а дальше была напряженная подготовка к соревнованиям, и нам обычно не до показательного номера, обычно все мысли только о соревнованиях, о соревновательных программах, и как-то показательный всегда уходит на второй план, и вот сейчас самое время его вспомнить. 待会儿青青呢，因为明天还有一个表演赛，所以说他还会去训练，然后大概会训练个40分钟左右吧。啊，我挺啊，激烈其的，实，啊，不行，我，啊，你说行吗？啊，没事儿。其实，因为我看刚刚弹幕里已经有很多小伙伴在问关于表演赛的事情了，看来他现在已经自己说出来了。
然后同时呢，其实现在是1:40了，稍微打断大家一下，我们的直播间弹幕呢也变成了那个冰豆豆的限定款，然后包括在我们的安娜的很多的那个视频里，其实也会出现这种弹幕，然后小伙伴们也可以多多发弹幕，然后多多向他提问。然后其实刚刚对，кстати, не знаю, вы заметили ли на вот на экране Билибили там проплывают такие строчки с биндунь-дунем, это специально они подготовлены для вас. Хотя не видно, да, их у тебя, к сожалению. Нет, к сожалению, не вижу. 他那块看不太清。好的，没事没事。之后肯定就是，我不知道那个安娜平时有没有看过一些 B 站的视频呀、啊？就是有很多她的粉会在 B 站上面发一些，就是她的一些很美的镜头的剪辑。然后不知道她有没有平时会刷 B 站的习惯，然后会在 B 站看大家给她做的这些视频。А вы обычно много просматриваете в телефоне, особенно вот Билибили. На Билибили вы смотрите всякие видеоролики. У вас же так много поклонников. Они же тоже загружают различные видео. Да, приехав в Китай, я на самом деле была очень приятно удивлена. Совершенно не ожидала, что здесь так следят за фигурным катанием, что так поддерживают спортсменов. И для меня таким приятным сюрпризом было то, что у меня так много поклонников, и на Билибили сразу очень много подписчиков. Я там старалась снимать для них видео с тренировок, как я занимаюсь, и потом, да, смотрела реакцию, что пишут, и, конечно, это очень приятно, потому что чувствуется именно от китайских болельщиков огромная поддержка. А она лает Чунгой и хоу, джу тебе да кайсин ма, и мэйо нам дода Чунго фэнсы хуй чу джиши та, ра хоу фасян бичан шан еши чуэн фэн ву шу, ой фасян ла. 那个他自从开了账号以后就这么几天，现在好像是他的粉丝已经达到快80万吧，每天我这块也是在盯着，每天都是2万左右吧，2万多快3万。是的，我的这поклонники количество поклонников очень высокое, они растут с каждым днем по 20 с лишним тысяч, вообще количество сколько там уже 800, почти 800. Пару дней назад я все смотрел, там тут не только, нет, там уже это огромное количество, 500, 600, и вот тут буквально за пару дней. Мне даже сказать нечего, ну, конечно, это очень приятно, я сама удивлена и очень рада, что китайским болельщикам также интересно следить за моей жизнью, за моей спортивной карьерой, за выступлениями и тем, что происходит вне выступлений. Та, я же очень довольна, что она очень много фанатов. 是因为我看他 B 站其实当时50万粉的时候就有专门拍一个视频说感谢大家会就是关注我呀，或者是感谢大家我已经到50万粉了。那他有没有考虑，因为他现在快100万粉了，他有没有考虑说100万粉给粉丝们再拍一个什么样的视频？啊， вот скоро у вас уже наверное миллион количество будет поклонников, тогда у вас какой-нибудь еще видеоролик будет для нас? Вы же отправляли это, загружали один, когда у вас было 500 тысяч. Да, конечно, я постараюсь как можно больше уделять времени соцсетям в Китае также, потому что, наверное, во время соревнований еще как-то больше сосредоточено на выступлениях. Сейчас, когда можно немножко выдохнуть, да, постараюсь, конечно, что-нибудь интересное показывать из своей жизни, для них снимать, выкладывать. И, конечно, очень благодарна за то, что так много людей следят за Билибили. 嗯，他如果是不训练的话，就会发一些视频，尽量满足咱们的粉丝。因为毕竟他的训练还挺苦的。你想，他刚才说他2天都没怎么睡，然后突然，待会儿还要去做这个训练。嗯，是的。其实我刚刚有看到直播间的弹幕上有一个小伙伴想问，说这次在我们冬奥会有换聘吗？因为我知道很多运动员有这种换聘的这种习惯。什么？就是换那个徽章，他们冬奥有很多纪念的徽章。啊，有没有？да, кстати, можете показать вот те маленькие, которые вы приклеили? Ортинки маленькие. Да, значки. Ты обменивала с кем-нибудь ими? Да, конечно. Это моя аккредитация, которую уже тяжело носить на шее, потому что она вся обвешана значками. Каждый из этих значков я обменивала на значки, которые нам выдали из
Олимпийского комитета России. Вот, и здесь, с одной стороны, у меня значки разных стран. Вот, тут канадский значок очень красивый, китайские значки, у меня их несколько. Вот, есть красивые очень значки. И тут и биндунь-дунь, и китайский флаг, и символика Олимпиады. Также у меня есть очень красивый значок, это катающийся на коньках биндунь-дунь. А, на коньках биндунь-дунь. Да, очень ценный для меня значок. Вот, еще, ну, безусловно, очень красивые вот такие вот звездочки разные с символикой Бейджинг. Интересно. Вот, а на этой стороне в основном разные страны, с которыми я обменивалась. Вот. 刚刚安娜给我们展示了一下她的通行证，然后她说现在已经挂满了这种小徽章，已经很困难，特别费劲，现在把它带起来，然后都是她换的，换了好多。看着真的，对，刚刚其实有聊到，就比方说是在那边休息怎么样？那现在我们还想很好奇一个问题，在那边吃的怎么样？ Пища. Как кормят? Вы же приехали почти за две недели, да, до вашего выступления. Да. Комфортно было? Да, кормят очень хорошо, большой выбор. И столовая работает 24 часа, что очень важно, потому что у нас было такое разное расписание, что иногда нам приходилось вставать в 3 часа утра. Это даже, я не знаю, утра или ночи. Вот, и там завтрак переносился очень рано, вот, также, да, хорошо кормят, я довольно привередлива в еде, но в целом всегда могла найти, что мне съесть, так что с этим проблем не было. 非常好，基本上他们是有个24小时的食堂，所以说他们因为各种的日程都不一样嘛， 他们有的时候要3点，凌晨3点钟起来， 然后要去吃早餐，但是基本没有任何的问题， 而且都很好。 А вот интересно, вот когда кормят, все вам можно ли есть до вот выступления? Нет, до выступления, конечно, мы следим за тем, чем мы питаемся, следим за весом, я постоянно взвешиваюсь, и в целом знаю, что когда желательно есть, что лучше есть до тренировки, после, на ночь много не есть, ограничивать количество сладкого. Поэтому, ну, конечно, перед Олимпийскими играми довольно серьезно следила за питанием, чтобы оставаться форме в хорошей. Вот сейчас после соревнований, конечно, уже немножко отпустилась и мороженое поела, вот, но это после. 刚才问了一下关于他是不是能所有的食物都可以吃，然后他就说在比赛之前肯定是一定要特别特别的注意，但是比赛之后呢就不一样了，刚才也是已经吃了一只冰淇淋。啊，那他在冬奥，嗯，你说。 刚刚我看很多小伙伴都很好奇，他在冬奥村里面最喜欢吃的是哪样食物？有没有特别喜欢？А вот любимое блюдо, самое-самое любимое. Ну вот из сладкого это однозначно мороженое, обожаю. Даже, наверное, без шоколада могу обойтись, вот мороженое очень люблю. Из обычной еды дома на завтрак люблю есть сырники, в целом так, наверное... Какую-то простую еду люблю, обычные, там, не знаю, макароны, может быть. Я люблю разные соусы, что-то острое, вот какое-то такое я очень люблю. А вот из китайской кухни? У вас же там кормили, да, китайской кухней? Пока, наверное, ничего особенного не удалось попробовать. Одно блюдо я пробовала, но я, честно говоря, не могу, ну, не вспомню, как оно называется, поэтому... Понятно. Это, наверное, из-за того, что вас закрыли в деревне, да, поэтому получается... выехать. Воспоминания, в принципе, связанные вот с Пекином, у меня будут именно пока внутри Олимпийской деревни. К сожалению, именно сам город посмотреть не удается, только когда мы едем в автобусе на тренировки, на ледовую арену, там из окошка стараемся смотреть, но, конечно, да, все равно впечатление о самом городе сложить не очень получается, пока только впечатление внутри вот Олимпийской деревни, но они только самые приятные, самые лучшие.
然后去的去训练的话，也都是在车里，都是封闭式的。是的，也是很辛苦的。所以说，对对，那个整体的印象还没有说是那么的完整。Сильно отличается, как ты представляла его до того, когда приезжала? Пекин? У тебя какими? Да, да. Или Китай, может быть, у тебя у вас были какие-нибудь там представления до этого? Ну, я в 2019 году ездила на этап Гран-при в Китае, в Чунцин. Это огромный город, который вообще поражает своими масштабами, и также запомнила там даунтаун, очень красивые небоскребы, поднималась на верхний этаж одного из небоскребов, откуда открывался очень красивый вид на слияние двух рек, и вообще Китай запомнился такими самыми приятными впечатлениями и с этой точки зрения, и потому что во время соревнований я там получила просто невероятную поддержку от китайских болельщиков, тогда еще в первый раз это ощутила, потому что на лед мне бросили невероятное количество медведей, которые у меня сейчас сидят дома, все полочки заставлены, и одного огромного, который в несколько раз больше меня. Поэтому, наверное, с Китаем связаны были с тем этапом самые-самые теплые впечатления. И очень хотела в этом году, и в прошлом году очень хотелось вернуться, но, к сожалению, из-за коронавируса вообще старты все отменились. В этом году, к сожалению, этап в Гран-при в Китае, на который я должна была ехать, перенесли и в Италию. Тоже расстроилась, но рада, что наконец-то все-таки я добралась до Китая, что Олимпийские игры состоялись. Это очень важно для нас, что главный турнир четырехлетия здесь все-таки провели. Поэтому, конечно, да, с Китаем у меня самые теплые связанные эмоции, впечатления, воспоминания. 他说就是他对这个中国的话充满了那种温暖的回忆，然后也非常开心冬奥可以成功的举办，所以说他也可以来到再次来到中国，因为他之前19年的时候去重庆参加过比赛，然后他说他当时真的是被惊到了，当时他比赛以后就是中国的粉丝给他扔了好多好多的熊，然后他把那些熊全带回了俄罗斯的家，然后把他们都摆在了那个柜子上。对，Анна, очень много людей любит вас. Вот когда, не знаю, вы заметили, когда вот в браузере вводите Анна, я вот до этого вводил у нас в браузере, первым же выходит Щербакова. Вот, вы очень популярны в Китае, и ваша вот эта популярность еще растет. Вот, что бы вы хотели сказать вашим китайским друзьям, вот, которые поддерживают вас всеми силами? Вы сказали, это, конечно, так приятно, даже тяжело как-то в это поверить. Хочется, конечно, сказать огромное спасибо китайским болельщикам, потому что сейчас в особенности я ощутила невероятную поддержку с их стороны, и это для меня стало таким приятным сюрпризом, и мне хочется больше с ними делиться тем, что со мной происходит, потому что я чувствую огромную отдачу от них, и, конечно, да, хочется сказать огромное спасибо за любовь к фигурному катанию, за поддержку, которую они мне оказывают. Вот, очень их люблю. Сеси. А можно ли как-нибудь вот одним, да, вот или двумя словами это сказать на китайском? Давайте попробуем. Попробуем, да. Вот что-нибудь на китайском сегодня мы сейчас выучим. Вот что бы вы хотели, вот одно слово, наверное, мы попробуем вас научить на китайский. Как интересно. Затруднил вас вроде. Да, хочется сказать что-то, чтобы передавала всю благодарность, да, но понимаю, что, наверное, чтобы все передать, тяжело будет это выучить. Как, да, вы очень много сказали. Да, наверное, как благодарить за любовь и поддержку. Любите ваших поклонников? Может, просто скажем, что я вас люблю? Да, давайте. Давайте попробуем. На, мы сейчас сделаем и ся тенди, а хоу, такая шла и ся шора, уай, не знаю. Не могу сделать и ся сяму.
我爱你们，就是没有，你来吧。对，刚刚你就好吧好吧。我像小伙伴对于千金来，就是都非常非常喜欢千金，然后也是希望就是只要他快乐，大家都快乐，是一种非常就是真挚的爱。然后也希望千金可以对用这种话来表达对小伙伴的一些感谢。对，对不对？попробуем。我。我。爱。как? 爱。爱。我爱。你们。我爱你们。我爱你们。получится так еще пальцем сделай. 我爱你们。我爱你们。спасибо。Это было не так сложно, как я ожидала. Нет, конечно, не так сложно. А вот вы нам показываете, как много вещей. Я сказала. А что-нибудь еще можете нам показать? Комнату, может быть? Как у вас там все? В комнате у меня сейчас, я уже начала частично собирать вещи, поэтому, наверное, это лучше всем не показывать. Могу показать, вот у меня рядом есть, наверное, самое дорогое. С этих Олимпийских игр. Это медаль золотая, очень тяжелая, красивая. Ого. Это же она получила кинпай. Я хотела, чтобы она посмотрела ее комнату, но она сказала, что она уже начала собираться, поэтому очень плохо. Она не дает нам показать. 其实刚刚有很多小伙伴在弹幕里面，大家都很好奇千金是不是知道我们中国的小伙伴们管他就爱称叫千金，或者是他自己平时家里会不会对他有一些什么爱称之类的。如果是他不知道千金的话，虽然我不知道千金这个词用俄语要怎么翻译哈，如果他不知道的话，我们可不可以教他一下千金这两个字，然后让他知道就以后小伙伴们就是在现场比方说给他加助威的时候喊千金，他能知道是在叫他这样。Анна, вот вы знаете, как называем мы, вот, китайские поклонники ваши на китайском? Мне мои болельщики рассказывали, что у меня есть прозвище, и я помню, что оно переводится как сокровище на русский, но вот в китайском, наверное, сейчас не вспомню, как это говорится. Да, не помните, как это говорится, но вы поймете, да, что это к вам обращается, когда говорят «тянь-тин». Да, именно, да, так мне говорили, да, ну, конечно, это очень приятно. 对，他的粉丝已经之前有跟他说过，就是咱们会叫他千金，但是他自己不知道怎么去发言。但是如果叫他千金，他知道是在说他。哦，好的好的。或者他有没有一，比方说喜欢别人去怎么样称呼他的一个名字？就他比较喜欢。Обращается вот к какому-нибудь другому, наверное, прозвищу или. По имени, наверное, Аня.一般就他还是更倾向于管他叫名字吧，嗯，就是安娜。好的，好的，好的。А какими у вас будут планы на последующие дни, вот после соревнований? Вот я думал, что после медали все, отдых, развлечения, отрываться будете. А оказывается, вот, два дня вы не спали. Да, ну сейчас такие есть еще бы. По возвращению, да, будут, я думаю, график будет еще более плотный, потому что я ни в коем случае не прекращаю тренировки, потому что сейчас не конец сезона, да, прошел самый главный старт, но впереди еще чемпионат мира, к которому я буду готовиться, впереди тренировки, поэтому помимо обычного графика тренировок у меня, наверное, еще добавятся какие-то интервью, съемки, выступления в шоу, так что я постараюсь все это совмещать. Вот, график будет плотный, но это такие приятные, мне кажется, моменты, особенно после соревнований. Вот. Так получается, у вас своего свободного времени почти нет. Правильно, да, я понял? Да, я с трудом нашла время выбраться вообще погулять по деревне, пофотографироваться. Вот сегодня сюда пришлось для этого встать пораньше, хотя я поспала всего пару часов, но я решила, что последние пару дней в Олимпийской деревне я буду не спать на кровати в комнате, а я должна выбраться, погулять, пофотографироваться, чтобы у меня остались на память приятные моменты, кадры, которые потом буду пересматривать, вспоминать. Так что я решила, что последний рывок я не буду просиживать его в комнате.
Да, понятно. Можно будет спать на самолете, я думаю. Да, вернусь домой и будет время поспать. А когда вы вообще начали кататься на льду? 3,5 года. 3,5 года. А как это все началось? Нам интересно, как вот в детстве кататься. Моя сестра, она видела по телевизору, что хочет кататься, что ей понравилось, а меня отдали снизу. И так и получилось, что у меня все началось благодаря моей старшей сестре Инне. Она 3岁的时候就已经开始滑冰了，但是她的大姐带着她一块儿去的，因为她的姐姐在电视上看到了这个花样滑冰，感觉哇，好漂亮！你 сразу же понравилось？Тот же момент？Первое воспоминание, наверное, Или позже? Потому с что отрывками, да. вот, но да, то, что я помню, мне всегда здесь очень нравилось кататься, потому что меня никогда не заставляли родители, они изначально, приводя меня в спорт, не рассчитывали на профессиональный спорт, это было для общего развития, поэтому с меня никогда не требовали каких-то серьезных результатов. Это всегда было по моему желанию, и, наверное, это мне и помогло сохранить такую любовь к фигурному катанию. Вот, потому что я всегда понимала, что я это делаю, потому что мне нравится, а не потому что от меня чего-то требуют. А вот когда вы вообще решили стать вот профессиональной фигуристкой, вот Это вы уже произошло, осознали. я пришла в группу Катерины Георгиевны, потому что у нее уже более серьезный подход ко всему. У нее в группе катаются, на тот момент катались спортсмены, которые уже выступали или готовились к крупным международным турнирам, и переходя к ней в группу, мне нужно было уже понимать, насколько серьезно я готова заниматься, и она сразу же дает понять, что фигурное катание это не просто хочу, не хочу, не просто я прихожу сюда побаловаться, потому что мне нравится, а я должна осознавать, что это моя работа. Это очень хорошо, что мне нравится кататься, но при этом я должна понимать, что если я пришла на тренировку, я должна выложиться по максимуму и сделать все от меня зависящее. Поэтому, наверное, переходя к ней в группу, я уже спустя, наверное, год тренировок у нее поняла, что фигурное катание в моей жизни надолго. Понятно. Очень больно, наверное, было иногда. Когда не Ну, просто бывает. любят, тоже. Бывают трудные моменты в тренировках, но я бы не сказала, что у меня с фигурным катанием связаны скорее только самые положительные эмоции, и то, что я получаю такой заряд энергии, который я получаю во время выступлений на соревнованиях, столько позитивных эмоций, что это перекрывает какие-то трудности на пути к соревнованиям. Поэтому в целом фигурное катание мне только все самое лучшее принесло, наверное, в жизни. Она说，对于花样滑冰的话，虽然训练很苦，但还是她相对来说还是很积极的。每次比赛，她的情绪都是很高涨的。是的，哎，我现在有一个问题啊，其实我刚看过飘过去一条弹幕，我觉得还挺好奇的。就安娜现在年纪也不大嘛，还在上学，就想问一下，有一个弹幕问她，她现在还要写作业吗？Так, вы все еще учитесь? Правильно. А домашнюю работу вам нужно ли делать? Да. Где время домашнее? Надо признаться, что здесь мне учителя мои в школе идут навстречу, помогают, они понимают мой плотный график, подстраиваются под него. И вот, например, сейчас на Олимпийских играх они все вошли в мое положение, они за меня болели, переживали и понимали, что я вся сконцентрирована на соревнованиях. Вот, но, конечно, в обычном тренировочном процессе я стараюсь всегда выполнять задания, которые они мне дают, все делать, все учить, очень стараюсь успевать все.他还是那什么的，还是需要写作业的。但是呢，他也非常感谢他们学校的老师，非常的理解他，因为知道他的这个平时工作量还是很大的，所以该做的还是需要做的，该写的作业还是都要写的。好的，好的。其实花样滑冰对大家来说，就是还有一点很在意一点，就是他们的一些比赛的服装，就是考斯滕，然后包括他平时比赛的一些妆造。我看很多弹幕小伙伴问说，能不能比方说是问他平时比赛的那些化妆啊、妆造是他自己在做的吗？就是自己化妆的吗？
Да, вот мне интересно, краситесь вы сами или кто-то вас красит перед соревнованием? Соревнования и краситься очень люблю. Мне очень нравится процесс в обычной жизни. Я редко делаю макияж, только совсем немножко, а на соревнования всегда стараюсь более ярко, делаю акцент на глаза, там, старательно рисую стрелки, подбираю тени. Мне все, весь процесс очень нравится, чтобы все в итоге красиво смотрелось. Так что перед соревнованиями это как отдельный ритуал такой. 他平时本身就是非常喜欢化妆的，但是因为训练嘛，所以说他没有那么多的时间。那既然比赛了呢，就一定会下足了功夫，把自己画的美美的。啊，那他很擅长这方面，他有没有考虑说以后在B站除了自己的训练和日常以外，比方说拍一些类似于美妆视频啊，或者是一些美食视频，他平时会自己做饭吗？就是自己做一些俄罗斯向的美食之类的。 А вот кроме ваших соревнований, кроме тренировок, вот этих видео на Билибили, вы будете ли нам показывать еще что-нибудь другое? Вот, к примеру, кухня, готовите ли вы? Или, может быть, просто макияж? Покажите нам, как это все делается? Хотя у меня не получится уж. Есть планы? Я думаю, да, постараюсь самое интересное все показать, что со мной происходит. Наверное, просто до соревнований была сконцентрирована, и, в принципе, у меня в голове были, наверное, только тренировки, их показала. А сейчас, конечно, постараюсь показать то, что интересно китайским болельщикам посмотреть. Вот вы подали хорошую идею, возможно, да, можно снять, как я готовлюсь к показательным выступлениям. Делаю прическу, макияж.还会录更多的视频跟大家分享更多的吧。哦，对，про платье，好的，вроде бы да рядом лежит, правильно? Можете показать? платье, там лежат, да, мои соревновательные костюмы, в которых Да. я катала короткую произвольную программу.短节目还有自由的那个衣服，她的裙子都在这里，哦，要给我们展示一这下。платье моей короткой哇！программы. 好漂亮啊！是的，вот, и платье для моей произвольной программы. Мне очень нравятся цвета.他非常喜欢这个颜色。Вот здесь очень красиво. 啊，кто выбирал？这身真的很好。В этом платье, ну, можно сказать, все принимали участие, и тренеры, и наша портниха. И я также говорила, какие цвета мне нравятся, какое сочетание, как бы мне казалось, ну, конечно, мне самое в первую очередь важное, чтобы они были удобные, вот, но, безусловно, принимаю также участие и в выборе того, как они будут выглядеть. Интересно,就是她的这个裙子，当时设计的时候是由她的教练啊，然后还有他们的裁缝，还有她，但是她主要关注的还是她的舒适性，然后还会挑一下颜色。啊，因为我们就是知道他在那个2019年花样滑冰大赛美国站的时候，就有一件可以一键换装的那个帕斯嗯。特，这真的是当时彻底惊艳到我了。然后当时这个创意也是他们一起想的吗？是怎么样设А计вы的这个衣помните,服？в 19-м году у вас было платье Трансформер? Как его забудешь? Никак буду. Специально вам. Конечно, с ним очень долго над ним работали на тренировках, чтобы воплотить эту идею в жизнь, потому что это не А... так легко. Довольно такая была серьезная задумка, потому что это нужно было сделать не в показательном, например, выступлении, а именно посередине произвольной программы, самой важной программы, самой сложной, где есть сложные многооборотные прыжки. И часть прыжков я выполняла в одном платье, затем происходила смена и часть в другом, и нужно было, чтобы каждый вариант был очень удобный, продуманный, чтобы это не занимало много времени, происходило легким движением руки, и, конечно, чтобы такая легкость выглядела на соревнованиях очень много. Мы на тренировках пробовали вариантов, поэтому можно сказать, что на тренировках я с ним намучилась, но я рада, что в итоге у нас это получилось, что у меня вот есть такой опыт такого необычного перевоплощения во время соревновательного выступления. Это И более платье того, конечно, я очень рада, что
каждый раз все произошло удачно, потому что на тренировках, конечно, были разные казусы, вот, но я рада, что на всех соревнованиях все по плану было. А это чья идея была? Была? Идея была моих тренеров, они поставили программу «Жар-птицы», и им показалось, что очень органично будет смотреться, если мы подчеркнем перевоплощение характера вот сменой платья. 当时这也是他们的教练想出来的一个主意，能突然间就是把衣服变成另外的一样，一个样子嘛。虽然很困难，然后当时他们训练的时候也特别的麻烦，因为很困难的这个技术嘛。但是到最后他也非常的开心，他好像是他的意思就是当时不是表演赛的时候穿的嘛，所以说下足了功夫在这件衣服上。是的，也期待他明天的那个表演赛能给大家带来更多的惊喜。 那其实，在这边其实也可以提醒一下安娜，她的直播间人气已经马上就要到100万了。然后，其实大家也是非常喜欢看她直播的。想问问她，比方说等以后回国啦，或者是什么时候有空的时候，考不考虑来B站直播？然后她可以放心啊，就算没有翻译，小伙伴们为了她也会努力去学俄语，去观看她的翻译，观看她的直播的。她有没有这样直播的机会？嗯。有一百万了是吗？сейчас уже просмотров, наверное, миллион. Вот, очень много людей хотят еще посмотреть вас. Вот, и есть ли у вас еще планы, вот когда вы вернетесь в Москву, еще раз как-нибудь соединиться с нами на Билибили? Получится ли у нас еще раз вас увидеть в прямой трансляции? Конечно, сейчас у меня такой очень плотный график, где я даже не представляю, что у меня будет происходить завтра, послезавтра. Планы пока свои точно не знаю, но я однозначно, да, конечно, буду стараться находить время, общаться со своими китайскими болельщиками, поэтому, конечно, да, постараюсь как можно скорее вернуться и снова пообщаться. 他当然是希望的，但是因为现在还是特别的紧张，然后压力也很大嘛，然后训练的占用的时间也很多。 Да, это все же очень хорошо, что вы открыли свой аккаунт на Билибили. Большая радость, огромная радость для всех ваших поклонников и поклонников фигурного катания. Тому还有没有什么问题想问啊？弹幕呢？弹幕还有没有问题？现在弹幕大家说了非常多的问题，比方说像青青喜欢什么颜色啊之类的，就是一些他的自己的一些爱好，就包括除了花滑以外。 他有没有其他的喜欢的那种体育项目之类的？项目是吗？Можете рассказать немного о себе, к примеру, какой цвет вам больше всего нравится? Или кроме фигурного катания, каким-нибудь другим видом спорта вы занимаетесь? Ну, помимо фигурного катания сложно что-то сказать, потому что все силы уходят только на фигурное катание, потому что если ты занимаешься профессионально спортом, то с утра до вечера все твое время, все твои силы посвящены именно этому спорту, поэтому там с трудом, но стараемся находить время на учебу, вот, и отдыхать там в единственный выходной в неделю. Вот поэтому, наверное, помимо фигурного катания пока что сложно что-то назвать, все вокруг него крутится. Скорее так. А цвет блюда? Сложно. Цвета разные. Ну, нравятся такие небесно-голубой, может быть, или какой-нибудь сине-фиолетовый, но такие оттенки нравятся. 天蓝色，还有一些... Бирюзовый. Сине-фиолетовый, бирюзовый, всякие вот такие вот оттенки нравятся. Морские, небесные. 感觉千金所有的时间都被花花占用了，好像他已经没有任何的心思想其他的问题。是的，感觉是一个非常专注的运动员。那他平时放休息的时候，平时应该会听歌吧？就是问问他，比方说像 B 站小很多小伙伴喜欢在B站看番呀，或怎么样？想问一下他有没有就是平时放松的时候会不会去看一些动画，或者是如果是没有时间看动画的话，平时做锻炼的时候会不会听一些歌曲？能不能给小伙伴们推荐几首他喜欢的歌？ А с музыкой? Вы слушаете музыку? Может быть, до тренировок или до соревнований? Песни какие-нибудь? Да, музыку слушаю, особенно когда настраиваюсь на соревнования часто. Но для меня это скорее, наверное, что-то личное, что помогает так, в зависимости от своего состояния, подбираю что-то. Иногда нужно, наоборот, зарядиться
там энергии перед стартом, иногда хочется немного поспокойнее, иногда хочется там погрустить или порадоваться, и вот в зависимости от этого выбираю, что послушать. 嗯，他的音乐类型也是各种各样的。嗯，对，主要还是看他的心情吧，看他的状态。好的，好的，好的。那他如果那个，其实我们知道花滑也是一项，就是他也坚持了很久嘛。那其实坚持一项这种热爱真的是非常不容易。能不能给直播间小伙伴们，就是加说一些鼓励，就是鼓励大家多多的，就是坚持自己所喜爱的事情。 Да, это очень трудно заниматься одним вот спортом, особенно профессиональным. Можете рассказать о опыте, наверное, нашим китайским друзьям? Ну, может, это покажется сложным. Действительно, мы тренируемся изо дня в день. У нас есть один выходной в неделю, а так каждый день, с утра до вечера у нас тренировки. Получается, что вся жизнь вокруг фигурного катания, но для меня это не кажется сложным, потому что, во-первых, мне это очень нравится, я сама это выбрала для себя, плюс мне так нравится соревноваться, поэтому я понимаю, что это все я делаю ради, потому что я сама так захотела, потому что это мой выбор, потому что мне это очень нравится, и фигурное катание дает мне огромные возможности, я путешествую, я могу показывать, то, что я умею всему миру. Я чувствую огромную поддержку болельщиков, которые за меня смотрят, переживают, это все для меня так важно. Поэтому в целом фигурное катание мне дает только какие-то преимущества, как мне кажется. Вот. И как раз если говорить о том, что все мое время посвящено фигурному катанию, то вот уже совсем скоро, да, мне надо будет бежать на автобус на тренировку. То есть даже после соревнований все равно само Не собой, что отдохну. мы тренироваться, вот оставаться в форме. Понятно. Тин Тин刚才也说，马上他还是要去训练嘛，然后待会儿他们是有一个大巴会拉他们走，然后刚才说的那些话，弹幕应该都翻译了吧？然后那要不就不再占用千金的时间了，好然的，后好希的，好望的。他。Хорошо, Анна, спасибо большое вам за уделенное время. Вот. Большое. Пока Очень еще. общаться. Да. Наслаждайтесь победой и желаем вам самого хорошего в будущем. Мы вас все очень-очень-очень любим. Не забывайте про нас, когда вернетесь в Москву. Да. И показывайте вашу жизнь. Нам очень интересно. Спасибо большое. Очень рада была пообщаться. Спасибо. Bye-bye. Bye-bye.